У новым навучальным годзе больш за 40 тысяч школьников региона будет охоплено гуртками по интересах. Додатковой эдукацией юных жыхароў Прынёменя будут заниматься 28 профильных установ. Для ознаёмлення с напрамками работы таких объединений у регионе, як и по всей Украине, с 3 по 10 вересня пройдет акция «Тыдень додатковой эдукации». У районных центрах «Дни отчиненных дверей», у палацах и центрах творчества запланованы 3 и 4 вересня, а у областных центры 10. В области запланированы в эти дни большие массовые мероприятия, дни открытых дверей. В каждом учреждении дополнительного образования состоятся такие мероприятия, где родители могут поучаствовать вместе с детьми, познакомиться с какими объединениями по интересам сегодня предлагают, где заниматься учреждения наши, ну и выбрать интересные направления и досуга, и выявления, и развития определенных творческих способностей, спортивных способностей своих детей. У Гродзенском регионе сёлета для школьников будет доступно больше за 300 клубов по интересах. Только областный палац творчества детей и молоди планует сёлета принять больше за 3000 хлопчиков и девчинок, у тым ліку и дошкольного возраста. Как каждый год, популярными остаются экологичные, спортивные, вокальные, хореографичные, а так само новые направки, связанные с современными технологиями. Все направления востребованы абсолютно, и традиционные, какие-то новые, пока еще развивающиеся. Конечно, техническое творчество, робототехника, сайтостроение и вот эти направления сегодня большим вниманием пользуются, но нет абсолютно никаких проблем при наборе в объединение по интересам. Ткачество, керамика, вязание, бисероплетение, все, что касается декоративно-прикладного творчества, это тоже сегодня популярно.